Декабрь – это всегда самый месяц, и у каждого он свой. У кого-то самый волшебный, самый сказочный, самый атмосферный. У другого – самый горячий, самый прибыльный. А мы вам сегодня расскажем, как сделать его наиболее приятным и выгодным. В декабре я сильнее замечаю, как мы с вами создаем настроение друг другу. Иногда даже простое вежливое слово, предложение подходящей акции, подарок просто так, чашечка в кофе в подарок могут немного согреть в морозы. Кстати, в декабре мы дарим ароматные напитки из нашего кофебара или удобную сумку за онлайн-заказы на самовывоз. Перед тем, как пойти в магазин, я рекомендую зайти в мобильное приложение или на сайт. Здесь можно заранее посмотреть все акции. Также очень удобно то, что продукты собраны в подборке. Можно не тратить время в магазине, а спокойно все изучить, почитать описание, составы и выбрать. К примеру, подарки уже можно заготовить. В первую очередь, для маленьких гостей праздника нужно их только хорошенько припрятать. Также можно выбрать сладкий презент для близких или что-то из гастрономических подарков со всего света для гурманов и тех, кто любит готовить и ценит вкус настоящих продуктов. Итальянские и испанские оливки, масло, бальзамические уксусы, итальянская паста. А главное – убедиться, что в магазине, куда вы собираетесь, продукт есть в наличии. Я советую всегда оформлять заказ на самовывоз, чтобы прийти и забрать все в одном месте без очереди. Ближе к концу месяца и забот, и дел станет больше. Поэтому продумать праздничное меню можно уже сейчас. В магазине обращайте внимание на рекламные материалы. Вот, например, скидка 15% на кукурузу, горошек и фасоль при покупке от 3 штук в любом сочетании. Можно взять для праздничных салатов или икру тоже со скидкой 15% от 2 баночек на новогодний стол и на Рождество. Мне кажется, такая классная душевная традиция приходить в гости с пирожными и особенно с таким оформлением. Елочки, снежинки создают волшебное настроение. Можно зайти перед походом в гости и выбрать, что понравится, или опять же заказать в мобильном приложении заранее, чтобы приготовили и привезли специально для вас. На пирожные действует приятная скидка 15% при покупке от 3 штучек в любом сочетании. Вообще мне очень нравится, что мы гостей не ограничиваем в выборе. Можно воспользоваться скидкой при покупке продуктов в разном сочетании. То есть взять 3 разных пирожных, сыра и так далее. Экономить нужно перед Новым годом не только средства, но и время. Поэтому у нас огромный выбор готовой еды. Банкетного меню можно просто заказать готовое. Перед Новым годом прийти и забрать. Главное, что все натуральное, с чистым составом, вкусное, как будто приготовлено дома. Также, кстати, со скидкой 15% от 3 блюд. Удобный вариант, на мой взгляд, для праздника – это наши новинки для запекания. Строгановы в различных соусах, от азиатских вариантов до сливочных, с трюфелем, бешамель. Во-первых, они порционные, не все гости в новогоднюю ночь готовы к горячему. Можно запечь столько, сколько нужно. Во-вторых, каждый может себе выбрать то, что захочет. А в-третьих, просто и быстро. Закинул в духовку и через 20 минут достал. На новинку сейчас действует акция в 5 раз больше кегли. Классная, сытная и ресторанная закуска на праздничный стол – это паштеты. На поджаренный ломтик багета намазать паштет можно подать со сливочным маслом, можно с ягодным соусом, кому как больше нравится. Кстати, паштеты со скидкой 15%, а масло 10%. Наши постоянные покупатели купят кегли, затем обменивают их на что-то вкусное. Знают, как это выгодно. Мы сами кегли копим тоже. Кстати, лайфхак. Если зарегистрироваться в акции на сайте или в мобильном приложении и совершить покупки в декабре на общую сумму от 12 тысяч рублей, то весь 2024 год вы будете получать в 2 раза больше кеглей. Получается очень выгодно. А что же выбрать под бой курантов? Пойдемте узнаем. Что выбрать под бой курантов? Мне кажется, в «Отдохни» не стоит вопроса, что выбрать. Скорее, как выбрать. Такой большой ассортимент и интересные позиции. 4 шампанских дома, креманы из всех 8 винодельческих регионов Франции, кава, просекко. Что хочешь, любой игристый на выбор. Отличный вариант и самое праздничное предложение – это креман «Тимберли» из Бордо. На него действует лучшая цена – 999 рублей.
Действительно, уникальное предложение для такого напитка. Необычная комбинация винограда, сортов Семиньон и Мерло. Классический метод производства, выдержка на осадках не менее 9 месяцев. Если вы подбираете крепкое, то обязательно стоит обратить внимание на коньяк Делус VS Fin Champagne. Также по лучшей цене этот коньяк займет одно из главных мест на праздничном столе. Настоящая классика от семьи Буано. Ну и, конечно, любимые напитки по акции 2 плюс 1. И в классную пятницу так каждый раз подбирается ассортименты и настоящие хиты, и яркие новинки. А еще, по секрету, совсем скоро стартует новая акция, которая будет действовать при совместной покупке напитков и продуктов. Она будет по-настоящему выгодная и праздничная. Следите в мобильном приложении и на нашем сайте. Желаю вам отличного предпраздничного настроения, чтобы в этом декабре вся суета была только приятной. И пусть Новый год будет добрым.